Так, значит, история такая. Абрикосы. Свои абрикосы еще зеленые, незрелые, но есть соседские. Есть соседские, но они труднодоступны. Я пыталась притянуть лестницу, но остановилась даже не начала. В общем, думаю, заняться сбором урожая уже дело в принципе. Достану, не достану. То пожалуй, лайфхак не лайфхак, на ход инженерной мысли. У меня, значит, так. Взяла палку от метлы. И не палка стоит 164 гривны, а метла. Кстати, не очень хорошая метла. Ножницы, бутылочка с подспрайтом. Вот, швепса. Сейчас будем конструировать приспособление для снятия соседских абрикосов. Вот я надела палочку на палку вот эту бутылку. Обрезала лишнее. Зачем-то мне захотелось сделать вот такой вот надрез. Думаю, он мне поможет в сборе урожая. Плотно сидит, плотно. Даже не пришлось дорабатывать никакими уплотнителями типа изолентой и чему-то тому подобное. Ничего себе. Главное, это я же делаю левой рукой. Как ловко. Работает. Сейчас, наверное, если я буду это делать правой рукой без телефона, будет еще лучше. В общем, три абрикоса. Собрать такие палки. Если подвинуть, то не две упали там. Хорошая.